Портретный зал Переславского художественного музея. Заполненный старинной мебелью, прям как дворцовый интерьер. Вспоминаются строки Пушкина. Царей портреты на стенах и печи в пестрых образцах. Ну, это, конечно, не цари. Всевозможные вельможи. В данном случае владельцы окрестных многочисленных усадебных поместий в окрестностях Переславля, Ярославля. Благо, хоть что-то сохранилось, и вот по сей день хранится в этом небольшом, но, как казалось, очень интересном музее. Наверное, самые знаменитые здесь, самые известные, это вообще, наверное, самые ценные. Вот эти портреты очень известные художника Календаса. Малоизвестный художник, портрет семьи Тимериных. Середина XIX века, удивительно во все уже господствует русский реализм, уже постепенно сменяющий академический классицизм. Вот, тем не менее, здесь еще вот такие интересные наивные формы. Честно говоря, даже не ожидал здесь увидеть эти портреты, где-то их видел. В альбомах по искусству даже не ожидал, что они находятся именно здесь. Действительно, сейчас уже очень редкие произведения такого русского наивного искусства, в частности, портрета.